Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Слышь, мой дело, когда захожу в прямой эфир, каждая тварь, блядь, из вас, нахуй, должна на колени встать и слушать, что я говорю, поняли? Уёбки, блядь. Это, конечно, касается не всех, основную часть уебаторов, которым, блядь, я вот реально вот сейчас вот стою, вот я стою еще на Перовской улице, вот, блядь, 10 минут подожду, еблище, разбил бы вам нахуй. Вот эти вот вы говнохейтеры, там, знаете, Фейс, Гандон, Фараон, Чмо, блядь, там, это, я не знаю, этот, Рикеев рулят. Вы чё, ебанутые там, совсем что ли, дебилы, блядь? Кто рулит-то, блядь? Ещё Карандаш, бля, рулит. Зарабатывай на Rocks Casino и получай гарантированно быстрые выплаты. Только здесь лицензионные слоты и огромный бонус на первый депозит 100 тысяч рублей. Оперативная поддержка 24 часа в сутки. Теперь это идеальное казино, посетив которое можно не только замечательно развлечься, но и выиграть крупную денежную сумму. Скорее приступай к лучшим игровым автоматам и наслаждайтесь высоким качеством сервиса. Ссылка в описании. Вместе, бля, с Жарулом, ёпте. И с папой Рулой, блядь. Вы ебанутые? Вы, блядь, вот столько денег даже, вот столечку, это, санину, блядь. Чтобы вам заработать, вам надо Джарулу вашему сосать хуй. Пидоры ебаные, вообще, вот ненавижу вас. Я вас очень сильно ненавижу. У вас будущего нет, понимаете? Нет у вас будущего. Вы ничего в культуру эту не внесли. И, соответственно, не вынесли. А вынести вы ничего не можете, потому что вы уёбки, блядь. А я в неё внёс, неважно что, но никто этого не вносил. Так что сосите хуй и наберитесь сил, пидорасы вы ебаные, рот вас ебал, чтобы вас матери сняли, были рекзиход, ваши дома нахуй, чтобы вас дети не родились, идите нахуй. Не русский. Скажи! Конечно, помню, там звук. Паша, давай. Блять, он меня на свидание повел. Вот. Скажи, интигам. Что сказать? Чё? Привет, интигам. Маска была. Пацаны, как жить? Отлично. Полный рост можно? Старичок, мы встретили твоих подруг. Оказывается, они курят траву, что запрещено законом. Но мы закон шлем куда? Ты закон куда шлешь? Я это. Да, подальше. Ну, подальше. За дреды. За дреды туда. Нет, дреды, да ладно. Не-не-не. У меня была шапка дред лучше. У тебя была шапка дреды? Нет. А у тебя старый. Отлично. Ты продавец. Так, знакомьтесь, продавец. Лаки продажи. Сегодня по адресу Калацкая, улица 36, корпус 3. Лаки вам может просто по ебальнику с ноги въебать на улице или бонг продать внутри и магазина. Зашел в гости. Ну и, конечно, зашел. Самый главный продавец этого
Все сюда быстро. Подожди, а как магазин называется, дай я прочитаю. Растар. Растошоп, стар. А, Растошоп. Улица Карлатская, 36, корпус 3. А матрас? Это вы, как это? Фиников. А он не приятен? Я не знаю. Он что-то задепрессировал. Ты сам с ним разговариваешь. А то меня волокет. Как тебе магазин? Очень нравится. Ну так. Сейчас все сделаем, там будет. С начинкой. Покажи магазин, магазин, покажи. Какой хороший магазин, какой большой выбор. Какие хорошие цены. Какой выбор. Акции, акции, смотри. На акции, видишь, акции. Акции. Тихо. Это не то, это плохое. Это уценённый, может, если вы нищеброды взять по сотке что-нибудь себя. Ты мне подгонишь камеру? Ну, я ж тебе уже давал. Еще одну мне. Гору он не держит. Я вот такой, как он, стою. Я сейчас... Только у меня болевозина льется. Нет, это ван-ван девушка. Думаю, да. Ван-ван девушка. Бля, и пиздатый, кстати, еду. Алло. Алло. Идите нахуй. Да. Сегодня... Здравствуйте. Эй, Ильдар, приезжай в магазин Кинг-Бонг. Растошоп, Не, приезжай в магазин Кинг-Бонг, там тебе ебало разобьют. А Растошоп приедешь, тебя еще и нафагают. Нет, это все неправда. Хуй соси. Па, че за магаз, блядь? Ну не дал он. Растошоп, пидорасы, ёпты. В этом магазине больше жоп, чем в вашей маме. Было хуёв за всю жизнь. Кендрик Ламар ебал ваших мам. Легкий панчлайн вам от МС Василия. От МС Анюты. От МС Анюты, которая клитор свой блядский натирает вяленый, блядь. И хочется блевануть борщом, сука. А я с тобой, Шалашовка, блядь, писал песни. И причем 5, блядь. А ты, оказывается, пиздой торгуешь. Не, ну у меня дохуя знакомых, которые оказались там порномоделями там. Старый, вот скажи, что про порномодели. Я молодой. Ну и чё, бля, я тоже не старый вроде. Что сказать? Скажи, что, ну, да. Просто шо. Ауф. Не, скажи, когда я захожу в Растошоп, мне всегда предлагают... Мне сиделки дают, когда ты хочешь... Мне сиделки дают, а когда я выхожу за Растошоп, они не дают. Потому что Растошоп — это круто. Так ты это скажи. Ну, когда я захожу в Растошоп, мне сразу все телки дают. А когда ухожу, все. А точно все? А вот тут только что была... Вот. Нет, ну, она не все. Ладно, мы угораем, все нормально. Пьем клинское, ёпты. Месим глину, пьем клинское. Старый, бери самый дорогой. Я тебе сам... Ты бомб хочешь убить? Мы так рады, когда к нам спички такой. Бро, какие спички, ёпты. Бери бомб нахуй. Бери бомб, ты чё? Ладно, ребят, я ваш рот ебал, до свидания, нахуй. В каждом человеке есть дерьмо, но в магазине Растошоп вы можете купить дерьмо, а круче. Поэтому я советую всем ехать Карлатское, Бонга-Бонг, Кинг-Бонг, Фарш-Бонг, это все залупа. Кто уже там, уже готовы ехать? Мы Растошоп, ёпта, если... Раз шо, бэби, смотри, чё я покажу тебе, ты тварь, уёбанная тварь, смотри, вот бумажки, смотри, цены, смотри, блядь, баблгам, блядь, 230, ублюдок, блядь. Крылатская, братан. Ну здесь для профи, это малолетка, вы не понять.
Дальше смотрим. Бонги. Это для вас, ребята, которые ходят на рейв, там, на, блядь, на минимал техно. И вот чувак говорит, да, вы пиздатые, ребята. Только он просто ошибся пальцами. О, раструб мы снимали, да? Для старых добрых потребителей, да. Покажи. Вот этот айтем мы покажем. Возьми. Закрыл динамик старый. А, бля, вот тут. Бля, прикиньте, они все на стекле, они думают, что мы спиздим. Артисты спиздят у продавцов. То есть мы как будто сидорцов. Короче, говорят. Короче. Снимай меня. Крылатские холмы, 36, корпус 3, Растершоп. Крылатские холмы. Растершоп. Растершоп. Крылатские холмы, 36. Корпус 3. Корпус 3. Печь. Вот. И на пасек за Оксимирона. И нахуй. За Оксика заебал. Приглашай кого-нибудь. Да, да. Что, Кевстонер есть? А это неизвестный. Короче, ладно, идите нахуй, нам похуй, кто вы. И вообще, что вы себе представляете? Вот эту трубку курил сам Боб Марли. И что это на сколько рублей? Да хуя. Но мы договоримся. Да. 1300 рублей. Пока я здесь, мы договоримся. Если хотите ворваться с плохими намерениями, у меня черемуха и два пера, ёпта. Так что я думаю, трое из вас, блядь, прилягут. Ну все, ждем в магазине Растершоп, что Крылатская, 36, корпус 3. Ебеч. Бяч. Бам-бам. Не, извини. Сохрани ее. Только что проехал скейтер и сказал мне, иди нахуй, Ивлев, блядь, я охуел. И подснимай его, ну давай, блядь. Растершоп. Давай, Растершоп, блядь. Блядь, я не могу похвастаться. Я могу чип сделать, но, блядь, если нога сломается, то... О, да, давай. Очень. Приходите в Растершоп, вот здесь, ёпта. Растершоп. Пойдем ближе ко входу. Я бонса заберу. Lucky Production. Это был Lucky Production. Пацаны и девчонки, не забываем наших братьев меньших. Бункер, это. Вот тут снимай. RASTASHOP. Растершоп, мудилы, заходите, тут такой девайс дадут, ты охуеешь. Это твоя мама. Не надо. Замес. Подожди, смотри. Пойдем в магазин, я знаю. Смотри. Опа! Блять. Ну ебать того в рот. Старый, пойдем в магазин. Че, пойдем в Растершоп? Мы идем. Короче, кто катается на скейтбордах, на снейкбордах, на... Короче, приходим вот...
Что время-то, блядь? Что они там говорят? Кто придет? Вы уже идете? Эшкерия, блядь. Это Кизара? Йо-йо, я сейчас в Испании, со мной Кизара.